Да іншых тэм. Ва ўзбуджэнні крымінальнай справы адмовіць. Управленне следчага камітэта па Гомельскай вобласці завершыла праверку па факце смерці Александра Віхора. Нагадаем, 9 жніўня мінулага года малады чалавек удзельнічаў у несанкцыянаваным мітынгу на Гомельскай плошчы Леніна. Пры затрыманні ён упіраўся. Супрацоўнікі міліцыі былі вымушаныя прымяніць сілу. Пасля суда Александру прызначылі 10 сутак у СІЗА, аднак фельчар выявіў у хлопца прыкметы псіхічнага расстройства. Яго накіравалі ў псіхіятрычную бальніцу. Стан Александра рэзка пагоршыўся. 12 жніўня ён памёр у рэанімацыі. Пасля 18 розных экспертыз спецыялісты ўстанавілі прычына смерці Александра Віхора – абвастрэнне хваробы сэрца. На теле обнаружены следы ад медицинских манипуляций. Непрямые переломы ребер, перелом грудины, образовавшийся в результате проведения реанимационных мероприятий, непрямого массажа сердца, алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в организме не обнаружено. По выводам экспертной комиссии, развившийся Александр расстройство психической деятельности маскировало клинические проявления имевшегося у него заболевания сердечно-сосудистой системы. В состав комиссии вошли наиболее квалифицированные эксперты Государственного комитета судебных экспертиз и практикующие врачи в области кардиологии, психиатрии, наркологии и терапии, имеющие ученые степени и стаж работы от 10 до 46 лет. Не доверять выводам экспертов нет никаких оснований. В ходе проверки объективно и достоверно установлено, что к наступлению смерти Александра Віхора привели внезапно обострившееся, имевшееся у него заболевание сердечно-сосудистой системы. В связи с этим возбуждение уголовного дела по факту смерти Александра Віхора отказано в связи с отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления. Информация об том, что супрацовники милиции били Александра дубинками, обвергается видео и показаниями видоводцев. Как они его задержали? Руками взяли или ногами? Видели руками, вы? Руками, руками. Руками взяли за что? Руками, за руки. И что с руками? Он начал вырываться. И потом они его стали заламывать, и уже приблизилось больше людей, и стали его пытаться как-то вот задержать, или как это сказать правильно. Все, что я видела своими глазами, то и сейчас мы увидели, я же не наговариваю ничего. Я же вам сразу даже не видела видео, говорю, какого-то супернасилия я не наблюдала. Что там дальше происходило, я не знаю, я не видела. На моих глазах никого не избивали, насилия никакого-то особо грубого не применяли. Паклёп на праваахоўнікаў стаў для следчага камітэта нагодай, каб даць прававую ацэнку выступленню жыхаркі Гомеля. Значит, у нас есть видеозапись фрагмента момента задержания. Предлагаю её просмотреть. Возможно, что-то вы вспомните ещё по этому поводу. Правильно ли я понял, что вы не уверены, что сотрудники правоохранительных органов били его резиновой палкой? Вы теперь я не уверена, да. Потому что, я говорю, во-первых, время прошло, и я не пыталась запомнить то, что там было конкретно. Ну, вы понимаете, что мне это совершенно не надо было.